кто что пусть не говорит, но Олаф крутой канцлер. Какой еще канцлер может прийти вот так спокойно в Бундестаг и рассмешить своих депутатов? Да так, что они там ржали, как лошади, честно сказать. Понимаете, он заботится о своих людях. И вот, пожалуйста, решил вот взять и посмешить. Почему их так все это рассмешило, я сейчас объясню. В своем послании в Бундестаге к депутатам он сказал, что Германия умеет распоряжаться деньгами. И у нас долга всего лишь 60%. Так как у других стран, у наших партнеров, у них 100%. Ну, то есть, понимаете, да? 60, у тебя в стране 60% долга, и ты говоришь, мы умеем распоряжаться деньгами. Это вот, я не знаю, я, конечно же, не матерюсь на своем канале, но здесь вот реально маты нужны. Но ты не забывай, что, в принципе, Германия была самой богатой страной из всех этих в Европе, то есть всех стран была самой богатой. И теперь мы реально там скатились, просто падаем вниз по этой... по этому списку, который там, какая уровень жизни и все такое. Просто летим с пропастью вниз, и ты говоришь, мы умеем распоряжаться деньгами. Я думаю, если ты еще останешься на какой-то срок, то этой страны как такого вообще не будет. С твоим умением распоряжаться деньгами мы, конечно, видим. Мы видим все вот эти, все, что дорожает, все не хватает. Деньги просто улетают кое-куда, мы понимаем, куда, просто пачками, да. Мы умеем распоряжаться деньгами. Ну, вот как-то вот так у нас в Германии, оказывается, все хорошо, всего лишь 60% долга. А так все, вообще все нормально. Это, конечно, да, это рассмешить он может, и я просто вообще не понимаю, если вдруг он по какой-то случайности выйдет на второй, ну, выиграет выборы и выйдет на второй срок, это будет реально, можно сразу же Германию просто закрывать дверь и забывать про нее. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях, будет интересно почитать ваше мнение. Ну, у меня на сегодня все, всем пока.